Саженцы еле колючие глаука вырастают до 30 метров в высоту и обладают конусовидной кроной. Игольчатая хвоя на дереве имеет легкий голубоватый оттенок. На еле растут шишки двух видов, бурые и коричневые. Несмотря на внушительные размеры взрослого дерева, растет оно медленно, за год не больше, чем на 30 сантиметров. Растение лучше всего высаживать на хорошо освещенном участке и поливать, особенно в жаркую погоду. Тип почвы не имеет значения, главное, чтобы не было застоев влаги. Морозы как весенние, так и зимние, ель переносит отлично. В первые годы после посадки ель можно затенять, чтобы избежать ожогов. Ель колючая глаука – это многолетнее растение высотой 2000 сантиметров. Дерево хвойное лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 800 сантиметров в диаметре. Ель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. В качестве места выращивания ели прекрасно устроит открытый грунт. Весенняя окраска листочков серебристо-голубая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.